Аяла Свара подбирает шайбу. Ну и нет проброса, поскольку там и 2-0. Удивительный отскок от борта. И счет становится 2-0. Отними. Был бы еще. Хорошо, чтобы угроза воротам была. И создает ее. Создает. 73-й номер Максим Чудинов. В прошлом году. И опасный момент. Бросок. 2-1. Отличная пауза. И Верхов над голкипером. Дмитрий Укер шайбу отправляет в ворота. Более соответствует своему положению в турнирной таблице. Белоусов. Хороший пас центр, бросок и шайба ворота. Александр Федосеев. 2-0. Здорово разобрался Федосеев с вратарем. Усатов сейчас может поставить точку. Добыть 2 очка для своей команды, если переиграет Андрея Мезина. Какая пауза и шайба в воротах, и 2 очка. Атлант зарабатывает, прерывая свою неудачную серию из 3 поражений. Линдлет снова за воротами. 1-0. Вот со второй попытки получилось. Ну и опять. Опять, конечно, пятачок должны были держать лучше. Тем более, что Линдлет только что буквально показал, как он умеет резко оттуда шайбу выводить. 6-й гол. Кузнецов прорывается один сквозь двоих защитников и шайбу в воротах. Отличнейший проход Евгения Кузнецова в любом случае. И Чистов с лету добивает шайбу в ворота Лашика. Пережоги. Здорово, Пережоги находит, а как его?